Друзья, всем привет! Вы с Аленой. Друзья, сегодня с вами говорим на такую тему, как любовь к себе через энергию. Для тех, кто имеет проблемы, трудности с митохондриями, и здесь мы говорим у кого-то о сердечно-сосудистой системе, у кого-то о проблемах с туалетом, у кого-то о проблемах с зачатием. Друзья, все это, конечно, прекрасно, но я бы вот что рекомендовала. Если хотите действительно иметь хорошую, высокую физическую активность, выносливость, то важно будет обратить внимание вот на что. Поставьте мне уже лайк, а то сегодня как консультант по биологически активным веществам я бы хотела вот что вам дать. Дать вам магний, дать вам гутоколу, дать вам бакопу, дать вам келп всем и дать вам улучшение работы с кишечником. Если это все есть, то, друзья, можно продолжать работать. Кальций выполняет в организме человека кучу функций. Если он закончился, ни в туалет у меня клиенты не ходят, ни с суставами у них ничего хорошего. Поэтому, если вам нужна консультация по всем микроэлементам, пишите мне, я вам отвечу.